Треть от запланированных к ремонту ям залатали в Петропавловске. По данным мэрии, дорожники привели в порядок уже 3000 квадратных метров дорог из 10 тысяч стоящих в плане. Работы начались раньше обычного и сейчас идут во всех районах города. В том числе ямы латают и с помощью спецмашины «Магнум», которая устраняет ямы, представляющие опасность для движения. Под высоким давлением подается крошка с битумной эмульсией, тем самым заполняя неровности в дорожном покрытии. Ну, хотелось бы сразу оговориться, что данная технология применяется для, скажем, таких ям, которые, ну, в первую очередь представляют опасность для дорожного движения и не являются капитальным ремонтом. Это временный метод. Основной ремонт дорог Петропавловска начнется ближе к лету.